В Казахстане начнется маркировка лекарственных препаратов. Как отметили на совещании в правительстве, обязательная маркировка лекарственных средств в Казахстане будет внедряться только на препараты, произведенные с 1 июля 2024 года. Соответствующие изменения сейчас вносятся в постановление правительства от 10 сентября 2020 года. Это позволит аптекам и дистрибьюторам доработать интеграцию информационных систем для учета и прослеживаемости кодов маркировки. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, по состоянию на 1 июня из 383 оптовых складов 287 оснащены необходимым оборудованием. В целом в Казахстане наблюдается положительная динамика внедрения цифровой маркировки. Официальный импорт обуви в Казахстане вырос с 39,5 миллионов пар в 2019 году до 53,5 миллион пар в прошлом году. Практически на три года бизнесу был предоставлен переходный период для маркировки остатков обуви. Ранее специалисты пояснили, 86% лекарственных средств на рынке Казахстана поставляется из-за рубежа. Указанные лекарственные средства могут быть произведены на производственных линиях фармацевтических заводов до момента введения обязательной маркировки в Казахстане с 1 июля текущего года, но ввезены на территорию республики после 1 июля 2024 года.